10-й ювілейний фестиваль соціальної реклами «Інший погляд» вже традиційно провели в стінах актового залу Національного університету Одеська юридична академія. Ініціатором щороку виступає факультет журналістики Юракадемії. Самий творчий факультет збирає довкола себе цікавих спікерів, гостей та креативних учасників. Про особливість даного заходу розповіла засновник Міжнародного фестивалю соціальної реклами «Інший погляд» декан факультету журналістики Тетяна Кузнєцова. Наверное, наш фестиваль – это фестиваль атмосферы, аура позитива, аура людей, которые излучают свою энергию, которые хотят поделиться своим взглядом, узнать что-то новое и подружиться. Наверное, 10-й фестиваль еще раз подтверждает, что социальная реклама нужна обществу, поскольку каждый год нам присоединяется все больше и больше активной молодежи, которая подает на фестиваль с очень хорошей работой и поднимает важные проблемы. Я рада, что несколько лет подряд у нас на член жюри кинорежиссер Валерий Балаян, но поскольку у нас фестиваль в этом году поддерживает ЕНСИ, я уже говорила, это восточноевропейская сеть гражданского образования, и именно тоже представители этой сети, три тренеры и эксперты были членами жюри. Мы пересылали им по ссылке все наши работы, они их оценивали, и в итоге была подведена общая оценка всех работ. Я горжусь тем, что наш факультет журналистики Одесской академии, на мой взгляд, один из самых креативных факультетов Украины, поскольку к нам приезжают, пишут, принимают участие студенты всех вузов Украины, но именно наши ребята являются организаторами. Одним з суддів фестивалю був видатний кінорежисер СНД, викладач факультету журналістики, журналіст Радіо Свобода, за плечима якого кар'єра в BBC, Валерій Балаян. Поскольку фестиваль называется «Інший погляд», то есть «Другой взгляд» по-русски, мы отметили те работы, которые действительно вот демонстрировали вот этот самый «Інший погляд», то есть иное зрение, другой взгляд, иную оптику взгляда на события, потому что фестиваль социальной рекламы более или менее, вот мы много уже раз проводили, обкатывает одни и те же темы. Активна учасниця та організаторка цьогорічного фестивалю Лана Зубко розповіла, яким був її перший інший погляд та що для неї значить даний фестиваль. Перший інший погляд, він був дуже впечатляючий на самом деле, тому що перший курс, ти приходиш такий маленький, як будто би великий світ, і фестиваль став великим відкриттям для мене. На самом деле он и стал началом многих перемен в моей жизни, поэтому фестиваль – это значительное событие в моей жизни. А на самом деле в этом году было подано довольно много работ, поскольку 10-й юбилейный фестиваль, и из 10 стран нам пришли работы. Было немного сложно разобраться с некоторыми работами без субтитров. Армянские, как оказалось, у нас никто не знает, очень жаль. Вот. Но на самом деле работы очень яркие, очень жизнеутверждающие по большей мере. Мы ожидали очень много работ о коронавирусе, но на удивление их было буквально несколько. Також своїми враженнями поділилися студенти-волонтери, які безпосередньо беруть участь в реалізації створення фестивалю. Вони розповіли про проблеми, які є актуальними з року в рік. Підкреслили важливість створення такого роду фестивалів. Адже саме на таких заходах молодь та студенти можуть розповісти про те, що справді турбує. Для меня, прежде всего, этот фестиваль – это то, что сплочает наш факультет. Факультет журналистики в дни фестиваля становится одним целым, одним дружным целым. Это всегда особая атмосфера, особые эмоции, и очень приятно в стенах нашего вуза находиться такой большой уютной компанией и разделять очень приятные эмоции. Огромное спасибо факультету журналистики Национального университета Одесской юридической академии за такую возможность, за то, что у нас есть такой фестиваль и есть площадка, на которой мы можем высказывать свою точку зрения. На фестивале «Інший погляд» поднимаются такие проблемы, как насилие, буллинг, шейминг. Для меня лично главное вот это вот буллинг между подростками, так как это сейчас мне не чуждо совершенно. И я уже второй год подряд принимаю участие и делаю видеоролики на эту тему. Переможниця фестивалю Ганна Каплінська, студентка першого курсу, висловила враження від навчання та атмосфери, яка панує в Одеській юракадемії. Вона вперше приймає участь в даному фестивалі і вже здобула друге місце. Я когда подала заявку, я даже не думала, что займу какое-то место. Я думала, что даже там в топ-10 не попаду. А сейчас, когда меня вызвали на сцену и сказали, что я одна из победительниц, я была очень счастлива, очень шокирована. И я безумно рада, что получила такой опыт.
Десятий фестиваль «Інший погляд» вже став частиною історії. До зустрічі на 11-му фестивалі соціальної реклами в Національному університеті «Одеська юридична академія».